Здорово, подписота. 7 июля, пятница, 2023 год. Мощный завтрак. Купаты, колбаска любительская и гречка с тушенкой внизу, на подложке, да, там. Ну, конечно же, салатик. ПП-салатик. Давайте жрать. Перед началом видео хотел бы передать привет всему городу Пензе. Пенза, привет от Танечки. Давайте жрать. Колбаска с жирком обжаренная. Вспоминается детство. Правда, колбаса в детстве была вкуснее. Купата. Горчичка в наличии, сейчас достанем. На улице жара. Отчим позвонил с утра. Ну что, едем на Волгу. Объясняю. Ну типа... Тоже ладно, что объяснять? Ну, короче, говорю, что нет. Расстроенный положил трубку. Еще не знаю. Где горчица? Может, я сейчас полежу? Полежу. Может, созрею и захочу. Дом все равно делать нечего. Не, конечно, есть дела какие-то, но они не интересны. Там мы что-то там. Ну понял. Жирок, жирок. Такой мощный завтрак. Питательный. Попрошу заметить, без хлеба. То есть двигаемся потихоньку в тему ПП, да? Смех смехом, а хлеба-то нет. Я вчера сожрал просто. Угу. Гречка с тушняком. Реально питательная смесь.
Потому что без мяса гречи невкусно. Вот так вот. После такого завтрака только на речку ехать купаться. Да, чувачки? Купата. Купата. Я, если честно, уже наелся. Купаты мощные. Купаты мощные. Все. Удачи. Вам всем удачи.